Всем привет, дорогие друзья, с вами Паша. В этом видео я вам расскажу, как научиться читать. Прямо сейчас вы видите на своих экранах, что я держу какую-то книгу. Все дело в том, что эта книга необычная, а главное непростая. Тут четко написано: практическое пособие для обучения детей чтению. Но обучиться чтению может абсолютно каждый на всем мире. Открываем данную книгу. И видим, во-первых, у нас идет титульный лист. Прямо сейчас я открою вторую страницу. Смотрите, тут написано: цель этого пособия — научить детей в возрасте 4-7 лет обладать детским словарем. Обогатить, точнее. Развить мышление, а также привить им вкус к чтению. Итак, что мы узнали? Эта книга может научить абсолютно каждого чтению. Абсолютно в любом возрасте. Давайте же попробуем воспользоваться данной волшебной книгой, чтобы научиться читать. Приступим. А, О, И, У, И, Э. А, О, И, У, И, Э. Данная книга реально помогает, и с помощью ее можно реально научиться читать. Поэтому, если ссылка в описании будет, то это значит, что я нашел данную книгу и поделюсь ею с вами. Если же не найду, то смотрите обложку, вот, скриньте и найдите ее где-нибудь. Ну ладно, дорогие друзья, всем большое спасибо за просмотр. Если вы хотите, конечно, очень сильно, я могу вам ее подарить бесплатно. В общем, всем удачи, всем спасибо, всем здоровья, всем счастья, всем пока, друзья, с Новым годом!